такое печальное Рождество, экселленс. Вы имеете в виду сталинградские события? Ну что же, пусть слабые оплакивают это несчастье, а сильные... Офицеры гестапо! Зондеркоманда! Пусти, баловница. Не так-то трудно было догадаться, кто осмелился. Веселого Рождества, папочка. Веселого Рождества, Жёнушка. Что в Берлине? Потом, деточка. Бушман, поручаю вам свою жену. Смотрите, чтобы она не скучала. Папочка, ты опять меня покидаешь. Дела, деточка. Германия превыше всего. Мне Бушман все рассказал. А ну, дети, уступите место старшим. Встаньте в дверях и никого не пропускайте. Слушаюсь, экселленс. Успокойся, Венгель. Генрих, мне надоело кланяться пулям. Они мне мешают работать. Венгель, позволь мне быть с тобой откровенным. Снимем сапог. Ну? Эти люди будут стрелять даже на страшном суде. Их нельзя организовать. Их можно только уничтожать. А почему бы и не уничтожать? Всех поголовно. А почему бы и не всех? Ну, зачем звала? Знаешь, кто это? По нему можешь судить, что не встречались на узкой дорожке. Это фон Каунитц. Вот он кто. Морда умная. Ничего не скажешь. Но говори прямо. Зачем на него любоваться надо? Чтобы в темноте не перепутать. Вот что, верховодка. Штаб приказал подобрать мне надежного человека. Верного, ловкого. Чтобы в дом к нему пробраться сумел. И что удастся узнать там, сообщал бы мне. Ясно. Значит, фюрер утвердил акцию? Утвердил. На миллион человек? Больше, Годберг. Намного больше. Вот как? Работа трудная. Сложная и опасная. Троих я до тебя посылала. Все трое погибли. Прямо туда не пройдешь. Тут тонкий узор требуется. Не испугаешься? А ты погадай. На Червонного короля. Да, верные были товарищи. Пытали их страшно. Не выдали. Ладно, согласен. Вот тебе моя квитанция. Завтра тебе документы дадут. Трудовую книжку, паспорт. А ну-ка, спрячься. Хоть и наш этот товарищи, а все-таки... Не надо, чтобы тебя здесь видели. Черт! Что такое? Кто? Открой, Ганна, это я, Коля. Здравствуй, Ганна. Здравствуй. Проходи.
Проходи. Проходи. Это Марина. Она тоже хочет вместе с нами работать. Здравствуй, Марина. Здравствуйте. Ну, присядь, девушка. Обогрейся. Вот так. А ну-ка, выйдем. Дело есть. Ты что, совсем с ума сошел? Да ты не волнуйся. Ты что, зачем ты ее сюда привел? Да это ведь... Ты понимаешь, что на конспиративную квартиру нельзя посторонних приводить? Да это ведь наш. Ты это понимаешь, что теперь или мне отсюда уходить, или... Да я за нее как вот... как за себя ручаюсь. А если ее немцы пытать, мучить будут, тоже ручаешься? Получено. Через 2 часа налет. Ясно. Просит посветить. Да. Ребята будут светить ракетами объекты, а вы фонариками жилые здания. Смотри, чтобы мирное население не пострадало. Нет. Ты знаешь офицерский клуб? Там недалеко детский дом. Да. Будете там. Не заблудишься? Согрелся? Ага, спасибо. А это кто? Это? Это наместник Гитлера. Генеральный комиссар Белоруссии. Кауниц? Да, фон Кауниц. А ну это... вот что, девушка. Завтра ты придешь сюда. Возьмешь у меня донесение. Отнесешь его в лес. И там останешься в отряде. Почему? Так надо. Пошли. Хорошо, Ганна Ивановна. До свидания. До свидания. Слушай, Ганна Ивановна, я пока там сидел, придумал, как пробраться. Ведь Кауниц печки дровами топит, а дрова и... Ты этот адресок-то запомни. Зачем? У меня зубы хорошие. Это мой батька. А-а-а. Правда, он старик мирный, но на всякий случай, если... растеряемся. Коля. Вот эпоха. В собственном доме приходит спрятаться. Коля, почему меня отсылают из города? Не доверяют? Да что ты? Не люблю, Колька. Не имею права говорить, но тебе можно. Ты карточку фон Каунца видела? Видела. Есть приказ проникнуть к нему. Все подполье на это будет брошено. А ты представляешь, что это такое? Сколько людей на этом погибло и каких людей? Как же я без тебя, Коля? А ты смотри, не влюбись там в кого-нибудь. А то влюбишься там в какого-нибудь начальника. Вот не беда-то будет. Возьму и влюблюсь. Боятся. А что здесь было? Университет. Смотри и провались. Здесь студенты не раз на экзаменах проваливались. Хай! Эндерхоу!
открою. Не пойду, но... Не сходи с ума. Беги светить. Беги. Я потерял ее в этом аду. Я тебя отправлю на фронт, если хоть один волосок на ее голове. Вильгельм, нет причин для беспокойства. Я уверен, она в одном из убежищ. Если бы. Господин генерал, неподалеку отсюда обнаружен труп. Чей? Чей труп? Шарфюрера Мюзика. Осколок? Откуда будем брать заложников? Отсюда. Простите, экселленс, но там приют, дети. Тем лучше. Вот болван. Начинаем акцию? Да. Уже недалеко. Ай! Вот так. Ты кто? Никто. Где ты живешь? Нигде. Ты есть очень бедный. Ну, ничего. Ты больше не будешь никто. Не будешь нигде, а ты будешь самый счастливый человек на свете. Wie heißt das Mädel? Имя? Марина Казанич. Марина. Wie alt ist sie? Как вы стары? Сколько вам возрастов? 20. 20. Gebildet? Грамотный. Pardon. Грамотный? Да. Ja. Konfession? Wochenwerig? Нет. Atheist? Tauglich! Ja, ich meine auch so. Hallo, Buschmann. Benachteilige aber deine Freunde auch nicht. Na, sei ruhig, Mensch. Алло, папа! Говори, служанка, умыть, одеть, уложить спать. Из дома не упускать. И не плакать. Марин. Идем. Опознать смогут? Нет. Где вы его нашли? На берегу.
писатель, что ли? Кроме этого, у тебя ни свидетелей, ни доказательств. Твои сопли меня не интересуют. И мне плевать, что между вами произошло. Я стреляю, гость, оторву! Что вы хотите знать? Убила ли я своего мужа? Вы убили? Вы спите, Ридер? Простите, мой генерал. Скажите, Ридер, что подсказывает вам интуиция относительно этой новой служанки? Не инспирирована ли вся эта история партизанами? Не думаю. Слишком тонко для них, мой генерал. Возможно. Во всяком случае, нужно за ней внимательно следить. Слушаюсь. Разрешите? Да-да, пожалуйста. Да. СД заподозрил одну из ваших служанок. Rein, Jungs! Gleich finden wir sie. Nein. Да лиг das Mädel, packt sie. Янина Славенская, встать! Значит, было за что. Спать иди. Поменьше любопытствуй, если жить хочешь. Недобрая ведь, тетенька. Ты что, добра пришла сюда искать? Да? Господи, твоя воля. Господи, над огнем живем. По жердочке ходим. Мелкое все. А крупного не снести. Там внизу бутыль со спиртом. Давай ее наверх. У фон Кауница твоя Марина. Взяли. Сама ушла. Бери, бери. Быстрей, товарищи, быстрей. Саша, обливай все спиртом, поджигай и к ходу. А может, она по заданию? Это здесь она была по заданию, Коля. Ну, пошли.
почему этой женщины, Ганна Черной, не оказалась на месте, Никонов? Сам докумекать не могу, господин генерал. Очевидно, спугнули. Ты сам предупредил ее? Ведешь двойную игру? Я? Но меня трудно выиграть, Никонов. Я могу приказать, и тебя расстреляют за это. За что, господин генерал? Зачем же? Не надо. Ты мог бы иметь отличную карьеру, Никонов. Но ты не хочешь ее иметь. А без этого твоя жизнь ничего не стоит. Но все-таки хоть солнышко вижу. Такие жизни я обрываю, не задумываясь. Это сохраняет земле кислород и пространство. Но если ты будешь служить мне честно, тогда дыши сколько захочешь. Ты действительно учился и на Митрошуле? В средней школе? Ну, а как же иначе, Гнедьки, право? У вас? Я не понял. Я говорю, да, Гнедьки, право. Я и в университет хотела поступить. Война помешала. Ах, шо! Ворон глюсью! А, почти ты хотел быть старой ученой фрау. Нет, ты просто прелесть. А вы чего хотели, Гнедики фрау? О, я хотел высокий, красивый молодой мужчина. Так вот что, Никонов, мне нужно знать, в каких местах партизаны получают это продовольствие. Кстати, хочешь, возьми, это вкусно. Спасибо, господин генерал. Вот, возьми это. Благодарю. Мне не нужно знать мелких подробностей. Деревню, там, колхоз. Мне нужно знать район. Ты понимаешь, Никонов? Ясно. Ясно, господин генерал. Мой генерал. Пусть она живет. Я доверяю ему. Спасибо. Данкшон, господин генерал. Я имею немножко больницы. Это очень плохо. Что делать? Я очень люблю кушать. Гнедики фрау, скажите, чтобы меня из дома выпустили. Я на базаре корешки куплю. Вы настой с них выпьете и как рукой. Молочка! Кому молочка? Не надо деньги. Так, Петя, на здоровечко. Вот, Петя, вот, ой, вот, ой, иди, вот. Иди, иди. Кому молочка? Молочка, ну что? Из лесу пока нет никого. А вот сюда погляди. Молочка, молочка, поторгуй тут я сейчас. Хорошо. Кому молока? Молока кому? Кому молока? Отходи за молоко. Любуешься? Она кого-то ищет. Замечаешь? Она уже нашла Коля. Ко-ко-ко-ко-ко! Курочка! Курочка! Берите платок! 300 марок! Куртка Мальчукова! Кому платок? Берите платок! 300 марок! Берите! Всё тёплое! Жертвуйте! Что такое? Что такое? Смерть немецким оккупантам. Я это буду показывать в Германии. Как здесь опасно. Надо срочно сфотографироваться. Фрау, когда они могут стрелять, они не пишут. Нет-нет. Домой. Скорей домой, Марин. Шнель. Мне бы только в глаза ее взглянуть. Только бы в глаза. Ты, Надя, ясно и очень нагляделся, довольно много чести. Не прещаю тебе даже думать об этом, понял? 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 А? Понял. Капитан!
Ребята, скорей, скорей, скорей. Итак, вы будете изображать толпа. Базарный толпа. О, пила. Так, торговай. Ты будешь бродяга, нищий. А ты есть смерть немецким оккупантам. Чего? Ну, я оккупант. Пожалуйста, смотри с ненавистью. Ай, не можешь, не годится. Ты есть комсомолец. Нет. Ай, момент, комсомолец, фото, потом хороший парень. Ну, Вер, Вольф, комсомолец. Шнелла, Бальдо, Марина, ком. О, Марин, будем сниматься. Так, улыбайся, улыбайся, Марин. Хорошая жизнь, освобождение, новый порядок, красивый офицер. Ну, улыбайся, О, матрешка, возьми под руку, готова? Готова. Внимание. Все? Все. Ну вот. Danke schön. Работа, друзья, работа! Чего, девка? А я тебя знаю. Ну да. Ты у одной тетки на Комаровке был. Я зашла, а ты спрятался. Еще уголь рассыпал. Я тебя по следу запомнила. Как она живет? Кто? Тетка. А я у одной по два раза не ночую. Да тише ты. Нынче баб много. Где лёг, там и свадьба. Не дури. Говорю, тебе сапоги запомнила. Что сапоги? Сапоги на базаре купил, не краденые. Любая. Да я и сам не прочь побаловаться. Только негде тут. Да и холодно. Вот какое дело. Ну, значит, плету я и про сапоги, а сам дрова зыркаю. Полежка по руке подбираю. Но думаю, коли брать буду, так не меньше трех положу. А я первую. Однако обошлось. Значит, раскрыла она тебя. Да, главное, фотографии у них теперь. Я, правда, рожу-то отворачивал, но все же таки. Вот ведь какая серба глазастая оказалась. Ты куда, Николай? Пойду пройдусь немного. Душновато что-то. Как же это я-то ее по глазам сразу не распознала. Ведь когда у человека что-то есть, это сразу заметно. Червячок у меня насчет этой девки завелся махонькой. Ведь она ж меня голыми руками держала. Почему выпустила? Я тоже в упор на нее глядел. Прямо в ее глазенки. Они у нее, Ганна Ивановна, ясные. Ну, впрочем, как велишь. Наше дело солдатское. Пойдешь по этому адресу. Полицию тебя там устроят. В доверие войдешь. А, добро. Добро. Ты, Ганна Ивановна, за пареньком своим поглядывай. Как бы не поторопился, он тебя своевольный. Послезавтра заложником срок выходит. А я его на твое место пошлю. Пусть они там с ней свидятся. Что же вы растерялись, молодой человек? Говорите, не бойтесь. Там у вас детишки взяты заложниками. Это я убил вашего офицерика. И вот явился по объявлению.
А что, разве заложники еще не расстреляны? Зависим дох меньше. Озу. Расстреляны? Где же вы были раньше, молодой человек? В контрастах проверяется воля. Теперь я знаю, что могу все. А может, повесить этого болвана, который не явился? А этих, по-моему, так будет лучше. Нет, Генрих, не лучше. Как тебя зовут? Ванька, встань-ка. Почему он так называет себя? Он что же рассчитывает встать после смерти? Это, очевидно, персонаж из их фольклора. А, фольклор. Послушай, а где сейчас находится твой руководитель? Его зовут Ганна Ивановна Черная. Перед войной она была учительницей, а потом? Потом хозяйкой комиссионного магазина. Потом парикмахершей, потом Севиллой. А вот да, гадалкой, предсказательницей. Кто она теперь? Dieser Zärtling scheint empfänglich zu sein. Ja, bestimmt. Na, lassen wir uns. Эй, ты не будь дураком! Ты посмотри в очаг. Догадываешься, что с тобой сейчас будет? Отмен. Этим и железо можно согнуть. Как ты думаешь? А? Железо можно. Оно сгибается. Колюшка! Коля! Коля! А ты нет. Нет. Ну что ж, попробуем. Почему ты здесь? Меня послала к Гнедике фрау. Also hörst du, ein Magerkerl kann mehr austragen als ein Fettwanz. Вот видишь, к чему ведет непослушание.
Нужно слушаться старших. Иди. Спать на место. Да, какие они все-таки свиньи эти русские. Дикари. Марина! 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 Ты какого это, Колю? Какой лес во сне вспоминала? А кого проклинала? Ничего я такого не говорила. Да уж хватит для того, чтобы на виселице поболтаться. Вставай, пора. Никола милостивый, святая Богородица, уберегите от страха ночного, от беса полуденного. С чего это ты вдруг? Зубы болят, что ли? Ага. Зубы, тетенька. Болят, прямо будто сердце останавливается. Болят. Иди к доктору. Проси отпустить. А коль отпустят, мое тебе слово. Не ворочайся. Не с твоими с нами спать здесь. Варвара Ивановна, не говорите никому, о чем я бредила. Отойди, наглая девка. Не видишь, я с Богом разговариваю. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя твое, да будет воля твоя, да приидет царствие твое. Гестапо! Доброго здоровья! Хай Гитлер! Гутен морген! Битте! Прошу! Пожалуйста, Бушман, не ходите за мной. Варундес. Я прошу вас, я буду стесняться. Вот. Клопнем, а? Найн, пан офицер. Найн? Плохо. Тебе нужно завербовать все другие шу. Одного места не хватит. Вы поляк? Простите, я не представился. Влад Вольф. Скружил девке голову и затащил в постель. Потом посмотрим, что она знает. Я что, должен объяснять свою любви? Какой-то фашистской твари? Если есть приказ, его надо выполнять. Речь идет об оружии возмездия, которым орет Гитлер. Оружие, которое может разом убить миллион человек. Если ты это не понимаешь, придется вмешаться.
Вы жаждете геройской смерти для себя. Готовы вытерпеть пытки? Послушай, эта женщина стоит танковой дивизии. Ее необходимо переправить в Москву. Пожалуйста, не отдавай меня им. Я никуда без тебя не пойду. Нет. Беги, дура, иначе нас убьют обоих! Беги! Ты все врал. Ты врал все время. Тебе нужно было не я, а бомба! Катя! Полученные нами косвенные данные говорят о том, что немцы близки к цели. Если вы нашли эту девицу, ликвидируйте ее немедленно. И все. Она перешла линию фронта в районе Смоленска. Мне приказали сопровождать эту барышню, чтобы она непременно перешла фронт к русским. Живой и невредимой. Нет, она не наша. И даже не твоя. Она работала на немцев, а ты ее завербовал, помнишь? Ты использовал ее для получения информации. Теперь она стала опасна. Ее надо убрать. Садитесь. Текс, нотис, чем могу быть вам полезным? Майна юнге фрау. Доктор. Уберите руки. Раскройте рот. Шире. Доктор, помогите мне связаться с партизанами. Что? Немедленно прекратите эту гнусную провокацию. И вообще убирайтесь отсюда вон. Вы слышите, что я сказал? Вон! Послушайте. Что? Я вам говорю, вон отсюда! Кричите громче, если хотите, чтобы меня повесили. Поглядите на меня. Могу я вам лгать? Отец мой. Успокойтесь, милые барышни. Уверяю вас, я не знаю никаких партизан и ничем не могу вам быть полезным. Они придут к вам. Партизаны? Ко мне? Ха. Зачем? Потому что этой ночью погиб Коля. Коля? Мой сын? Умер. Он убит. Я любила его, отец. Помню. Коля тебя рисовал. Меня зовут Марина Казанич. Случайно мне удалось попасть в дом к наместнику. Я служу там. С тех пор у меня нет связи. Передайте партизанам, что я жду их приказа. Что мне делать? Вы слышите, доктор? Меня зовут Марина Казанич. Служу в доме фон Каунице. Что мне делать? Слышу. Понял. Сделаю все. Теперь вырвите мне какой-нибудь зуб, и я пойду. Не могу. Доктор, поймите. Милая, я не могу, у меня нет сил. Доктор, я прошу вас, Афанасий Ларентьевич. У меня же нет сил. Я не могу. Не можете? Тогда я расскажу вам, как он погиб. Его расстреляли? Нет. Его связали и били железной палкой.
и проволокой по глазам. Потом взяли щипцы. У них есть такие большие железные щипцы. Они раскалили их. Я сделаю все. Простите. Раскрой рот. Какие у тебя чудесные зубы. Тебе будет очень больно. Потерпи. Разве это боль? Зубы надо берешь. Ой, надо, господин офицер. А, зубы надо мить милом. Я так делаю каждый морган. Беру шестый палец. Айн. Беру шестый палец. Мило. Цвай. Мажу зуба. Драй, полоскай. И вот, пожалуйста, простой мило. С лечением ничего не вышло. Зуб пришлось удалить. Гуд. Два часа ничего не есть. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. In einem Tal bei armen Hirten erschien mit jedem jungen Jahr, sobald die ersten Lärchen schwirrten, ein Mädchen schön und wunderbar. Marin, wie должен в нашем доме иметь могущий покровитель? Я могу вас очень хорошо любить. Я есть очень горячий мужик. Не веришь? Пожалуйста. Видал, Мендал? Благодарю вас, Бушман. Но у меня уже есть покровитель. Хм. Если он скажет два, ответишь шесть. Так. Если три, то пять. В сумме должно получиться восемь. Это пароль. Понял? Понял. Если задержат... Смотри прямо в глаза. Отвечай с достоинством, свободно. Это здорово помогает. Ну? Добро. Иди. Хорошо. Ну, пока. Все. Я пошел. Проводишь? Ну что, Николай? Я его карточку в политическом секторе видел. На обороте пометочка. Имя неизвестно, 18 марта и крестик. Так они покойников отмечают. Стоит штампик гестапо. А что и как? Неизвестно. На виду лежит. Не иначе, как на приманку выложили. Ну, может, кто-нибудь там заинтересуется. Ниточку хотят схватить. Ты-то смотри, Паша. Осторожнее будь. А как же? Я смерть не уважаю. Я ее, Ганна Ивановна, не люблю. Стой! Кто такой? Связной из Минска. Подсудимый Давай. Миллер. Что вы скажете в свое оправдание? Мне говорили, стой, я стояль. Мне говорили, стреляй, я стреляль. Я зольдат. Немецкий зольдат. Ты сжигал деревни. Я зольдат. И убивал стариковых женщин. Я зольдат. И расстреливал заложников. Я выполняю. Пожалуйста. Я учительница. 20 лет я работала в школе. У нас новая школа. Перед самой войной мы ее построили. У нее были светлые окна, и там училось много детей. Два дня тому назад вы сожгли школу, а детей вы вывели на площадь перед школой и стреляли в них из пулеметов. И ты тоже там был. И
тоже стрелял. Тоже стрелял. Я солдат, я виполняль. Александр Петрович. Так? Этот человек говорит, что он связной из Минска. Кто прислал? Ганна. Сколько прибавишь к единице? 7. Верно. Арифметику знает. Ну, что принес от Ганны? Ганна просила передать, что в район Молодечное будут переброшены 2 полка карателей для выполнения акции, о которой вам известно. Как будут отправлять? Отправлять будут эшелонами по батальону. Интервал 2 часа. Первый отправляется из Минска сегодня ровно в 10. Народа. Мы, депутаты Верховного и местных советов республики, члены исполнительных органов советской власти, избранные народом для осуществления его воли, вынесли следующее решение. Гауляйтера временно оккупированной Белоруссии, палача белорусского народа, виновного в гибели ни в чем не повинных граждан, совершившего и совершающего неслыханное в истории злодеяние, убийцу и преступника Вильгельма фон Кауница приговорить к смерти. Начальнику диверсионных групп города Минска любыми средствами и в кратчайший срок привести приговор в исполнение. Сегодня днем еще 2 эшелона с нашими людьми спущены под откос. У них какая-то дьявольская система конспирации. Нити пересекаются... А узлов нет. Но я разработал 2 плана. Один план провокационный. Мы не будем держать ее в строгой тайне. Это план ликвидации молодечницкой партизанской группировки. Пусть они бросят туда все свои силы. И когда они это сделают, мы блокируем Гомель, Бобруйск, Борисов и очистим этот треугольник. Оба плана у тебя на столе и ждут твоей подписи. Она все слышала. Клянусь, она все слышала. И в целях профилактики, по-моему, ей следует исчезнуть. Или подождем?
Я не люблю сентиментальной музыки! Может быть, вы отдохнете, шеф? Вильгельм. Мне показалось, будто бы... Да, вы правы, я лягу. Как мы устали, господа. Поймут ли, оценят ли это потомки? Оба плана у тебя на столе и ждут твоей подписи. Взять назад ваши спички. Я знал, что вы вернетесь за ними. Кто послал вас в этот дом, где убивают по одному подозрению? Я ничего не скажу. Зовите своих палачей, я готова. О, я имею совсем другие намерения. Вы еще совсем ребенок в больших делах. Зовите своих. Испытайте, какой я ребенок. Я не могу позвать их. Мои товарищи есть далеко. Геноссе. Вы? Да. Я из Гамбурга, спартаковский боец, а здесь на подпольной работе. Вы Геноссе? Да, я Геноссе. У вас есть еще оружие? Нет. Этого мало, чтобы победить нацизм. Вы что? С ума сошли? Там же часовые.
Вы не верите мне. А Тельман? Ротфронт. Они же были. Ты помнишь песню пролетарской солидарности? На зов Коминтерна стальными рядами под знамя. Так вы не имеете связи со своей организацией. Это нехорошо. Подпольный работник не должен терять связь. Что делать, раз не выпускают? О, это легко исправить. Я помогу. Итак, прежде всего, нужно наладить связь. Ясно. Но без меня ничего не предпринимать. И не надо переписывать ненужных бумаг. Это был шифр для передач по радио. Понимаешь, Геносы? Ну, Голд, а теперь иди. А как же часовые? Идем за мной. Карл Шмидт. Вот что, друзья, сойдите вниз. Битые геносы. Иди, спи спокойно. Ауф, Фетерсейн. Здравствуйте, господин Прибыль. Ну, зачем пришел? Завтра в театре во время совещания офицеров СД и гестапо произойдет взрыв. Под сценой заложена мина. Часовой механизм. На 8.30 поставлен. Это точно. Сам закладывал. Сам? Участие принимал. И чтобы к тому часу, когда господин фон Кауниц прибудет. Они приговорили меня к смерти? Так точно, господин генерал. Я приговорчик переписал на всякий случай. Вот, извольте. Это что, серьезно? Они придают этому форму народного суда. Депутаты подписали. Депутаты? Ну что ж, пусть они пишут свои декреты. А мои часы будут стучать, и время мое становится не скоро. Очень не скоро. Что же... Мина взорвется. Надо полагать. Два взрывателя спарены, господин генерал. Вот, ты очень хорошо поступил. Я тебя не забуду. Иди. Всего наилучшего, господин генерал. Прикажете разминировать, шеф? Зачем же, раз мы предупреждены? Это будет и весьма впечатляющий взрыв. Чувство юмора меня еще не покинуло. Мы соберем туда городскую интеллигенцию. Всю эту шваль, которая потихоньку шипит на нас. Шеф, я осел. Вы незаменимый исполнитель, Риддер. Но, к сожалению, вы лишены инициативы. Да, это будет забавно. Очень забавно. Шеф. Ну? Дайте мне возможность доказать, что я не лишен инициативы и разума. А что вы хотите? Я хочу проникнуть в штаб партизан. У меня есть такая возможность. В который раз я слышу эти обещания? Что вам нужно? Право решать и действовать самостоятельно. Вы что-то нащупали? Да. Это связано с моей безопасностью? Да, мой генерал. Ну что же,
Действуйте. Хайль, Гитлер. Дикхайль, мой генерал. Школа! Секретный военный объект! Общение с родными и близкими запрещено! Перечисли звание высшего комсостава Германии. Артиллерия, генераль Ди. Как выглядит национальный герб Германии? Как отличить национальный герб от партии? Что послужило поводом для вторжения в Польшу? Операция консервы, проводимая СС в городе Вильня. Германия превыше всего. Слова Фаллер Шлейбена на музыку Гайдна. Пойте. Без предъявления каких-либо претензий. Без объявления. Товарищ майор, да не готовы они еще. Меньше 3 месяцев подготовки из запланированных 9. Считайте этот выезд их тренировочным заданием. Будьте же достойны этой миссии. Что, не нравится, но никогда не хочется. Я ни с кем не хочу. Из него и куда влад. Нет, папа, прошу почекать! В жизни любовницы нужного офицера. Как еще? Может узнать план целой армии. Если у разведчицы жених есть, он должен понимать, что тебя убьют. Лучше тактик, лучше стратег ненавидят друг друга. Все мысли только о задании, непреодолимое желание вернуться. Зачем же разминировать? Ганна Ивановна, ведь Каунец там будет. Ну, там же будут наши советские люди. Да, ну жертвы будут, Ганна Ивановна. Но, может быть, дело стоит того. Ну ведь сам Каунец, Ганна Ивановна, ведь другого случая может не быть. А ты просто боишься туда второй раз идти. Может, и руки дрожат. Дрожат, дрожат. Так задрожишь, смельчак. Ну вот что, театр разминировать будем. Ганна Ивановна. К 7 часам. Ясно. Ну-ка, вы тут 10 минут подождите, пока я скроюсь. Все. Ганна Ивановна. Что? Что? Грязно живешь, Никон. Нельзя так опускаться. В любых условиях нужно прежде всего быть человеком. Это главное. Я не принимаю. Что вам угодно? Извините меня, я не могла объясняться у всех на виду. Ганна Ивановна, здравствуйте, дорогая. Здравствуйте. Заходите, прошу вас, я один. Я знаю. Садитесь, пожалуйста. Благодарю вас. Курите? Нет, спасибо. Афанасий Лаврентьевич, я пришла к вам с тяжелой вестью. Большого мужества потребует она от вас. Дорогая Ганна Ивановна, я знаю все. Большего горя у меня не было никогда в жизни, но я пережил его. Я уверена, что Коля хорошо умер. Я уверена, что он умер так же светло, как и жил. Что касается подробностей... Я знаю все подробности. Откуда? Вы мне не доверяете? Да что вы? Что вы, Господь с вами?
Приходила. Марина Казанич? Вот. Коля рисовал. Сейчас иду. Пройдите ко мне наверх. Там одного выходит на крышу. Иду. Ей удалось проникнуть в дом фон Кауница. Она не знает, что делать дальше, придет ко мне за ответом. Спасибо. Иду. Прошу. Добрый день. Прошу вас. А я, собственно говоря, не за этим. А впрочем, вот, от имени Великой Германии билет собрания интеллигенции. Первый град, 10 место. Колпочтеннейший, к сожалению, я не... Мигом. Одевайтесь и топайте без рассуждения. Да, но я слишком плохо себя чувствую, полупочти. Не вызывайте к строгости. 8:30. Свершилось. Исполнители этого бесчеловечного акта схвачены. Один растерзан народом. Уберите! Вы снимете его обезображенный труп. Другой! Убит при попытке к бегству. Господин генерал. Мой генерал, отдайте его мне. Как, он уже много знает. Он мне нужен. Да? Ну, хорошо. Зачеркните убит, напишите бежал. Спасибо. Данкю. Послушай, Никонов, ты разумный человек. Ты сам понимаешь, что тебе нельзя вернуться к партизанам так. Возникнут подозрения. Верно? Не он ли предавал своих? А мы хотим спасти тебе жизнь. Понимаешь? Прострели ему мягкие ткани. Не надо, я и так отвлечусь. Ей-богу, не надо! Татьяуф! Не надо! А теперь ползи, Никонов. Фридрих, вставай! Кофе готовить пора. А ты перестала бормотать? Успокоилась. Видно, в самом деле зубами маялась. А вы что подумали, Варвара Ивановна? Мои думки, милые, в сундучке на самом донышке замкнуты. И ключик потерян. Я тебе свое слово сказала. А слушать или не слушать, твоя забота. Раш, мэйдес, капемален, алес ауфо. Второй год живет здесь, бревно. Только два слова и выучил. Кофе да спать. Спать никс, никс спать. Марина, генерал приказал купить ягоду клюква. Пойдешь на базар и выберешь. Как? Одна? Разве ты не знаешь дороги? Хорошо, спасибо. Смотри, не ошибись. Пойдем, я тебе дам денег. Я узнал имя информатора, который предает партизан. Смотрите! Гайн. Его зовут Никонов. Никонов? Да, ему прострелили мягкие ткани, но это для обмана. Хорошо, а про вас я могу рассказать? Ну, конечно. Если заметишь, что за тобой следят, не рискуй. Угу. Возвращайся скорей. Мне нужно обязательно иметь встречу с Ганной Черной. Вернешься, Генос? Да, конечно. Обязательно вернешься. Честная комсомольская. Thank you.
Здорово. Товарищи коммунисты, Центральный комитет нашей партии призывает вас ни на минуту не ослаблять борьбу с оккупантами. Что план уничтожения жителей Молодечки провокационный. Это он тебе сказал? Нет, это я сама случайно подслушала. А он? А он мне только сказал про Никонова. Так, хорошо. Пойди там, простите. Здравствуйте, Иван Иванович. Здравствуй, Ганна. Здрасте, здрасте. Рада? Да, маленькой стала наша звездочка. Совсем как искорка. Ну да ничего, искорка в темноте светит. Ты знаешь, что фон Каунец приговорен к смерти? Знаю. Ну вот, недолго тебе, может быть, у него оставаться. Ты этому Риделю ничего не говори, ничего не спрашивай. Что надо, я сама спрошу. Вы встретитесь? Да. Передай ему, пусть приходит один завтра в 10 утра в парк Горького. Очнись! Ждут тебя. Кто ждет? Сам знаешь, кого предавал. Они ждут. Ты что? Ты что? Дай-ка сюда. Крепко ты, парень, свой узелок запутал. Надо рубить. Не надо. Не надо. Иначе не развяжешь. Я сам. Сам. Ну, тогда не тяни. Мне ждать над тобой мало радости. Да и час нема. И душу измучили, и тело покалечили. А хотелось как лучше жизнь наладить. Ты не исповедуйся, ты стреляй. И, может, ты меня стесняешься? Да. Господи, боже мой. Вот помню, мальчишкой рыбу удил нас, Вислочи. Ни у кого не клевал. А я как закину, так есть. Как закину, так есть. Такое счастье. С тех пор, как отрезал. Ни в чем удачи нету. Видно, всю тогда выловил. Ты гейнзеля, комрад. А еще рано. Вы трохи почекаете. Простите. Порядочек пришел один. Я Ридель. Здравствуйте, товарищ. Не думайте обо мне плохо из-за того, что я немец. Мы не имеем расовой неприязни к немецкому народу. Кроме того, я никогда не забываю, что Германия – это родина научного коммунизма. О, да. Прошу. Спасибо. В России все неожиданно, как и дождь. А я бы не узнал вас по фотографии, которая есть в гестапо. Вы работали в Гамбурге? Да. Тогда, очевидно, вы знаете гамбургского коммуниста Йона Тетцлина. Йона Тетцлина? Ну, конечно. Высокого роста, гладкие черные волосы, большой выпуклый лоб, прямые черные брови,
Слева на подбородке небольшой шрам. Продолговатый. У вас хорошая память. Я знал его близко. Я поняла. Он убит? Официально сообщили, что он умер своей смертью. Но ведь вы же понимаете. Да, я понимаю. Итак, вы гамбургский коммунист. Да. Близкий друг Йона Тетслина. Так. Работаете здесь по заданию своей организации. Да. Раскрыть себя нам вам разрешила организация, или у вас были на то особые обстоятельства? У меня были для этого особые обстоятельства, о которых я сообщу при встрече с вашим главнокомандующим. О? Я понимаю ваше недоверие, но это необходимо. Хорошо. Я скажу командующему о вашем желании. Ты идешь на это с чистым сердцем и открытой душой? Да. И нет у тебя ни сомнений, ни колебаний? Нет. Девочка моя, если б ты знала, как тяжело мне говорить тебе это слово, убей. Пусть будут прокляты те, что заставляют нас убивать их. Ганна Ивановна, я сделаю все, как надо. Вы думаете, мне страшно? Нет. Теперь я ничего не боюсь. Это я так вспомнила, разволновалась. Риделю об этом сказать? Нет, не надо. А сколько выводят собаку гулять? В 10 вечера. Так, я назначу ему свидание на это время. Вам не надо больше встречаться. Поспеши, девочка, я буду ждать тебя ночью на Слуцкой дороге. Я сорву это. Можно? Конечно. Вот. Так хорошо. Ну? Дай я тебя поцелую. На счастье. Покажи, что в сумка? Мины. Аля, покажи, покажи. О, ваши мины, я не уфер димаюсь, гафер. Спасибо. Приду домой, родные спросят. Где дочь гуляла, где была? А ведь спросят, как миленькую спросят. Погоди, придет час. Ну, скажут, где дочь гуляла. Тише. Чего? Пьяная? А мне можно. Я годовщину справляю по своим сыночкам, убитым годовщину. Одной бомбой. И Володьку. И Никиту. Кашку слопал, чашку кашкал. Что вы делаете, Варвара? Пьяная, значит, смелая. Подай сюда мне Гитлера, сатанюгу. Тише! Не торопись, Доханя, Дарексель, шмаль! Иди тише! Варвара Ивановна! Спать, ты спать, иди, спать, ким, спать! Я своя... А я тебя за человека спать, посчитала, а ты с этим, как его, рыжим балбесом спуталась. Постилка ты немецкая! Фу! Молчите, дура! Идите спать, Варвара Ивановна. Идите спать. Спать. Фридрих, веди спать. Я спать, хау, спать. Ку! Жени!
В Сербии легче. У них там есть Павелич. А у меня нет настоящего человека. Печальные глазки. Они что-то сегодня веселы. Им хорошо от успехов большевиков? Я не знаю, о каких успехах вы говорите, господин Гитлер. Она не знает. Вы верите ей, инспектор? Хитрая, тихая славяночка. Ты любишь свой народ? Да, господин генерал, люблю. Ты хочешь послушать московское радио? Бушман? Бушман? Бушман! Бушман, что передает московское радио? Московское радио? Концерт белорусской музыки, экселленс. Включите. Это Москва передает белорусские песни. Белорусы поют московские песни. Вероятно, мне скоро отсюда придется уходить. Ну, как ты думаешь, а не оставь ли мне подарок белорусскому народу? 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий. Они изменили программу, экселленс. Жаль. Может быть, ты споешь нам какую-нибудь белорусскую песню? Иди, пой. Иди, иди. Что? Все аккомпаньон. Только не Катюшу. Песню я вечно спеваю без ты.
жить не могу. Оказывается, ты неплохо поешь. Не так? О, вундерхафт, прима. Yes. Drink now. Фарина, пой еще. Мне не хочется больше петь. Почему тебе не хочется петь? Пой. Не хочу. Пой еще. Целую руку, фрау. Целую руку, фрау. Это вы. Вы хотели уйти. А почему вы не предупредили меня? Куда вы идете? Я не хотела уйти. Неправда. Ты что-то сделала? Ничего. Что ты сделала? Да ничего не сделала. А, ты не хочешь сказать. Ты хочешь получить сюда ордена дна. Знак почета. Но ведь я тоже хочу получить свой знак почета. Что ты сделала? Вы сейчас не задерживайте меня, а потом я вам все объясню. Ты оказалась умнее, чем я предполагал. Все-таки ты не поверила мне. Но лучше маленькая удача, чем большой провал. Я ничего не скажу. Не пройдет и час, как ты все расскажешь. Мы умеем развязывать языки. Нет. Дай сюда лапки и покорись судьбе. Нет. Сейчас я доложу шефу. В моем рассказе ты будешь умной разведчицей, хитрой, неуловимой. Ведь о покойниках принято говорить хорошо. Беги сама. Одна не пойду. А нас двоих не пустят? Попробуем. Я умереть хочу. К сыночкам своим хочу. А ты... беги. Что я могу сделать? Вас, Иван. Ну, расскажи там. Была, мол, такая баба. В Бога верила, водочку попивала.
Пусть помянут рабу Божию Варвару. Тетя. Не люблю я этих нежностей. Терпеть не могу. Прощайте. Бог простит. Эй, ты, ведьма, почему ты так нехорошо поступила с нашим прекрасным офицером? Глупая корова, я повешу тебя вниз головой. Молчишь. Раус. Господи, руки твои предаю, дух мой. Марина! Ну где ж Марина? Генри, я не могу раздеться. Ой, Бог. Я должен сказать генералу. Погодите, это сделаю я! Германской военной службы. Слушайте приказ коменданта. С этой минуты отменяются все виды пропусков для связи. Halt! Hände hoch! Лицом к стенам! Простите великодушно. Стреляй!